Воспользуемся картой. И отправимся к Астагару. Сейчас изготовим много-много припарок. И будет нам счастьем. С таким количеством припарок можно отправляться и сражаться с драконом. Сколько мы сейчас изготовим. Наконец-то игра будет легче. Так, прежде чем мы сейчас будем с ними сражаться, я думаю, хоть какая-то катсцена будет, нет? Сейчас изготовим. Большую припарку она не может изготавливать, но хотя бы может среднюю делать. Это целебная припарка, для нее нужно три эльфийского корня. Так, для этого боя штук 30 нам хватит. Малые припарки я не изготавливаю по той причине, что я буду эльфийский корень экономить для средних. Потому что нам малые? Малые это когда у нас эльфийского корня будет недостаточно. Для того, чтобы Мориган превращался в оборотня, очень много времени нужно. У Алистера офигительное умение, я новое прокачал, называется подавление, он тройной удар щитом использует, это просто супер. Так, со всеми расправились. С этим я разделалась. Поэтому... Знаешь, Вин, отчего-то, вернувшись сюда, я чувствую себя ужасно старым. И на что же это ты намекаешь, Алистер? А? Да нет, ничего. Так подумалось. Подумала, что я в этом чувстве знаток и могу дать тебе мудрый совет? Да нет, я про то, что был тогда совсем другим. Я верил ему, понимаешь? Верил, что это будет славная битва, что мы победим. Я тоже верила. Все мы тогда были чуточку моложе. Ну, только не ты. Ты и тогда была старухой. С такой откровенностью, сынок, как бы тебе не помереть молодым? Да, он ей прямо в лоб сказал, что она у нас старуха. Но можно было как-то смягчить удар, но он не стал ей говорить. Вообще, если вы заметили, Вин не обижается. А с ней в таком тоне разговаривает Морриган. Но а Зевран постоянно какие-то пошлые шутки отмачивает, хотя не знаю вообще, серьезно он или нет, но я сначала думала, что не серьезно, а потом оказалось, что даже вроде как серьезно. У него какой-то извращенный вкус, его совсем испортили. Его молодость была, детство было очень тяжелым, поэтому у него... С психикой что-то не так. Пока Морриган у нас превратится в оборотня, проходит 10 лет. Но, конечно, это того стоит. Сейчас я бомбу возьму. Так, бутылка с кислотой. Еще одна. Надо проверить. Ну, так, у нас ранена главная героиня. Ну, говори. Ее нужно вылечить. Или не вылечить. Так, у нас мало аптечек 3, я могу одну, в принципе, использовать. Ага, так, у нас он клинки, по-моему, не обрабатывает кислоту. Нет, бомбами он тоже не пользуется. Короткий лук. Можно было, конечно, для интереса взять Лилиану. Она же здесь не была, но вот таким составом сюда отправилась. На карте пока ничего не видно. Нам нужно самим себе путь. Замороженные солдаты. Вообще сложно здесь нам справляться с порождениями тьмы, насколько я помню. Да, а. Я сделал. Прелестно.
Так, нужно сбить снов. Кого в кого можем. Чтобы облегчить нашим напарникам сражение. Почему она постоянно отключает ауру? Я не знаю. Так, с ними мы справились. Там у нас еще маг. Ну, здорово. Как пожелаешь. Еще одна припарка найдена. Так. Алистер у нас вовсю сражается уже. Что? Так, нужно заморозить кого-нибудь. А Вин нужно воскресить. Так, Алистер, лечись, благодаря. Потому что мы не поленились и сходили в лес Бресилин, у нас теперь есть лечилки. Ну, Алистер, ну ты чего? Что-то он вообще не лечится, на нем нет, потому что поставили, офигеть. Так, он долго так не продержится. Сколько я не лечу, смотрите, он у нас не восстанавливается. Так, я даже не могу его воскресить никак. Блин, из-за этой дурацкой метки столько припарок потратили. Даже жалко. Так, вот еще остался. Нам здесь нужно собирать доспехи. Экстракт корня. Так, это Кайлана и чешуйчатый доспех. Все это мы можем... Так, нужно отбить вещи короля Кайлана. Мы вернули секретные документы короля. Элрик сообщил, что в сундуке с оружием, который король хранил в своем шатре, спрятанные секретные документы. Элрик нарисовал нам карту, и он спрятал ключ. Мы должны найти ключ от сундука и еще вернуть 5 предметов. Золотые доспехи, оружие короля. Так, шлем, нагрудник, наколенники, перчатки. И меч отца Мерика. В чем дело, Алистер? Не знаю. Просто нехорошо, что эта вещь вот так валяется здесь. Что порождение тьмы лапали ее и оскверняли своим гноем. Она ведь принадлежала королю. Понимаю. У меня те же чувства. Но Кайлан не первый король, погибший в бою. И даже не первый, кого убили порождение тьмы. Да. Но только эта рана болит сильнее. Да, и дальше будет кровоточить. Но жизнь продолжается. Не сомневаюсь, что порождением тьмы не терпится дать нам побольше новых поводов для скорби. Ладно, если Алистер переживал из-за Донфана. Не похоже, что Алистер был уж такой преданный. Так получается, он сводный брат королю был, потому что у них были один и тот же отец был, разные матери. А вот, ну, Кайлан об этом не знал. И никак не выделял Алистера, да и вообще я мало с ним знаком был. Вот, мне ему неприятно, что, возможно, он чувствует с ним какое-то родство, он же его брат был. Или просто действительно его считал хорошим королем, а тут действительно доспехи валяются на виду, и кто хотел, тот и одел их. В принципе, такая же ситуация была, когда нам Боден рассказывал, что он нашел на пустошах, в глубинных тропах, какие-то перчатки, по-моему, и потом какая-то женщина увидела у него на прилавке эти перчатки и сказала, что это перчатки погибшего мужа либо брата. А он сказал, что я их нашел и, в принципе, не крал. Его за это хотели казнить, и он сделал ноги и сейчас скитается вот со своим сыном Боденом. Он успел вовремя сбежать, чтобы его не убили. В принципе, практически такая же ситуация. Я думаю, он сказал, что вроде как я не крал, а с другой стороны... Да, Боден не виноват, может, но он также шарится по деревням, которые
чистили и убили всех крестьян порождения тьмы и забирает вещи, которые уже никому не нужны. Может быть, осматривает трупы. И той женщине действительно было неприятно, что она увидела какой-то предмет, который ей очень был дорог, который был на муже или на брате. Ну вот, а и этот предмет выставили на продажу. И кто-то мог его и примерять, и одевать на себя. В принципе, такая же ситуация, только это как бы более истинный такой человек, которого знал весь Ферлден. Не только Ферлден. Без припарок мы бы не прошли эту ДЛС. Сами понимаете. На карте ничего не видно. Идем, куда глаза глядят. Конечно. Чаша посвящения. Так, про доспехи Алистер сказала, а про чашу ничего не говорит. Все это барахло мы продадим. Тут уже вот эти вот, я не знаю, по-моему, это порождение тьмы такие баррикады сколачивает. Что-то демоническое. Вот с этой стороны есть проход. Да, сейчас с ними сражаться будет сложно. Сразу же тот, кто поближе. Алистер. Тебе помочь? Так, всех сбиваем с ног. И Вин тоже не спит. Отлично. Так, нужно заморозить этого, он прямо очень близко к нам подошел. Нужно отойти. Какая-то у меня неуязвимая Вин стала после того, как она вызвала этого духа. Вы заметили? Практически Морген практически ничего не делает, если мы не задаем команду. Да. Так, вот того надо сбить с ног, он очень далеко находится. Пришел твой светлый час. Не давать им пощады. Давай с этим кончать. Вытягивание жизни. Все. Расправились. Только сказал, что расправились, и вот они. Еще кто-то к нам бежит. Ага. Так, тебе надо тоже кого-нибудь сбить с ног. Алистер. Пока Алистер думал, его сбили с ног быстрее. Алистер, вставай уже. Так, Морриган, нужно выпить лириум. Нету. Уже. А у Морриган, кстати, навыки даже сильнее, чем у Вин. Я заметила, такая классная магия.
Это не помешало бы нас подлечить. Вот теперь можем сохраниться, а сохраниться по-нормальному. Так, наконец-то расправились, нам нужно собрать предметы. Можно все осмотреть. Ключ от королевского оружейного. Как раз этот ключ спрятал тот мужчина, который у нас задание. Так, Астагар. Генри, сообщество магов. Возвращение в Астагар. Он спрятал ключ. Телрик спрятал ключ. Теперь нам нужно найти этот сундук. Опять же, его не отметили на карте. Мы должны его сами искать. Поэтому заключается задание. Значит, мы были там. Вижу, какой сундук. Длинный меч стража. За то, что мы находим предметы и отбираем, опустошаем ящики, нам тоже добавляют опыта. Мало, но все-таки добавляют. Конечно. Длинный меч стража. Может быть, мы Алистеру его даем. Так, у нас 9 урон. Не такой же, практически, только у него еще руна холода. А у него нет 31 силы, кровь Мора, мы могли его с собой таскать. Броня такая смешная. Это мы все продадим. Дальше продолжаем поиски. Так, тут у нас еще кости. Главное ничего не пропустить. Тут у нас баррикады еще остались, наверное. Со времен битвы при Астагаре. Так, здесь у нас держали псов на баре. Я что-то слышу. Ага, это стая волков. Ты нас к этому принуждаешь. Так, нужно убить ног, пока они не подбежали слишком быстро. Морган. Алистер. Давай его. Отлично, нужно еще одного заморозить. Так. Он пока восстанавливается. А еще с ними Гэрлоки. Гэрлоки. Все-таки как нам помогает дух. Добрый дух. Алистер, неплохо, если бы ты его щитом сбил. А, Вин, неплохо, если бы ты всех воскресила и вылечила. Так. Почему-то у меня отключается аура, я не знаю почему. Героическая аура. Так, кто у нас на земле? Пусть будет Морриган, так и быть. Так, Морриган, нужна твоя помощь. А, эти волки, наверное, заражены скверной. Очень долго воскрешается. Ладно, воспользуюсь припарком.
Ну, там еще героическая аура Алистера. Лечение. Кого вылечить? Как же Алистера можно вылечить? Там... Моя магия с ними справится. Очень много жизни. Все, так, не двигайтесь. Сейчас стоит нам двинуться с места, конечно, и там новые враги к нам выйдут. Прелестно. Так, бутылку с кислотой, соберем доспехи, щит Кайлана. Так, вернуть еще 4 предмета. А мы не можем, кстати, доспехи Кайлана надеть на себя. Можем. Там нужно 36 силы, мы уже ее прокачали. Сейчас найдем доспехи, посмотрим. Так, врагов тут еще много, я вот вижу, тут еще подсвечено у нас мелькает. Мертвые мобари, раскраска Кайпис. Держатель огненного камня. Интересно, зачем? Так, нам нужно вылечить мобари. +6 к атаке, +6 к броне. Мы нашли еще 25 к устойчивости к холодно. Поменяю-ка я длину и вылечу его. Так. Так, Алистер, куда ты вперед убежал? Тебе помочь? Говори мне, что делать? Есть! Смотри! Красота! Слежу на другой стороне еще. Да, непрокачанным лучше сюда не суваться. Я помню, просто я первый раз, когда проходила, я сюда пришла непрокачанной и играла на высоком уровне, по-моему, даже не на кошмарном. И мне показалось, это просто нереально сложно. Несколько раз перепроходила это все дело. Столько у нас подарков, может кому-то отдать что-то. Например, Винна. Амулет церкви, мы уже дарили, белый срез, это у нас напиток, эльф, маленькое серебряное кольцо, чаша посвящения. Я думаю, что это предназначается опять же для Алистера. Просто у нас с кем плохие отношения? С Лин. Серебряный кубок. Не знаю. Драгоценности у нас любит Морриган, но мы и так ей много всего дарим. Не знаю, примет от нас... посвящена женщине. Ну-ка. О, чудесно! Ой, ей понравилось. Мы ей подарили роман. Роза Орлея называется. Ну-ка. Очень любезно.
Просто нам нужно было повысить с ней отношения хотя бы чуть-чуть с ним. А то мы со всеми в хороших отношениях, кроме Шейлы. Так кто это? Нас целится. Видишь? Ага, значит, у нас ловушка, как нам ее безрубить? Там ловушка. Стоять. Тут вот прямо оттуда нас стреляют. Причем из катапульты. Нужно обойти. Так, не смогли обойти ловушку. Рождение тьмы, по-моему, прямо из катапульты в нас. Ой, как вас много. При том, что даже что-то не могу на них атаки никакие использовать почему-то. Вот, наконец-то. Давайте-ка. Что-то ничего не используется. Наконец-то. Ух ты, блин. Какой ты смелый. Ну-ка, Алистер, нужна твоя помощь. Давай. У нас были деньги. Еще один остался. А, и еще один. Убить можно было его, в принципе, издалека. Мы и так неплохо справились. Как классно, я прокачала, что даже не верится, что мы на кошмарном уровне играем. Их всех. Так, еще один сундук, большой щит порождения тьмы, красная сталь. Вот из таких вот баллист, из таких катапульт мы будем стрелять по дракону в конце игры. Так, а у нас вроде бы на ту сторону мост был, а вон там проход, да? Мы должны найти Кайла, но его привязали, по-моему, к кресту. Очень грустное и жестокое зрелище. Вот выход с другой стороны, мы идем туда. Как раз сейчас найдем труп Кайла. Подожди, надо обыскать трупы. Я там кое-что заметил. Наверняка имущество Кайлона. Так, смотрите, нас предупредили, потому что я пропустила сундук. А, клинок Мэрика, тайная переписка. Так это правда. Он сумел договориться с Орлеем о союзе против порождений тьмы. Императрица Селина просто ждала его ответа. Ответа, который так и не пришел. И уже никогда не придет из-за измены Лагейна. Никогда. Это очень долго, Алистер. Потерпи немного. Пусть горячие головы поостынут. Мир между нами еще не настанет. Надеюсь, Вин, ты до этого дня доживешь. А я надеюсь, что порождение тьмы не доживут. Очень многое гнева вызывает события при Астагаре у Алистера. Он уже успел оплакать
Дункана, и теперь он только злится. Может быть, не стоило его брать с собой. Так. Так, вернуть секретные документы короля. Мы достали письмо. Этому событию помешал Мор. Нам нужно вернуть его. Каким образом? Еще 3 предмета мы не нашли. Они должны быть на другой стороне, через мост. Грустное зрелище. Я на самом деле за время игры не так привязалась к этому персонажу, королю Кайлону. Но по рассказам он был хорошим королем. И очень много воспоминаний связано с ним у Алистера. Мне было грустнее, если бы здесь был Дункан. Правда, выскочкой был король Кайлан. И неосмотрительно иногда шел в бой, чтобы прославить себя рядом, сражаясь с серыми стражами, но это уже не важно. Так, нам нужно сбить мага, иначе он нам много хлопот доставит. С теми пусть справляются другие. Так. Так, многовато тут. Ах, Морриган, давай. Лечись. Так, Морриган вылечиться не может, значит, ей нужно вылечить. Да. Значит, мы ее воскресим. И мимо, блин. Ну вот. Сдавайся, пока можешь. Чё Алистер-то спит? Так, у нас погибла серая страж. Нанесем удар, не мешкая. Так, воскрешаем всех и себя воскрешаем. Ну куда ты убежал-то, блин? Я пошел. Так и сделаю. Так этому всегда. Так, Алистер, давай. Сбивай вот этого с ног. Теперь этого. Надо поближе подойти, а то Алистера у нас убьют. Ну, гляди. Еще один остался же. Вон он где. Так, иди сюда, Алистер. Куда ты сбежал? Ты нас к этому принуждаешь. А тут и не один. Ничего себе. Теперь давай второго с ног вали.
Так, нет, стоп. Если мы дальше пойдем, уже все, погибнем. Нужно сохраниться и потом уже идти дальше. Нужно воскресить Морриган и вылечить ее. Морриган у нас воскреснет сегодня, нет? Почему не сохраняется-то, а? А, знаю почему, за нами просто плетется еще один Герлок. Неужели всегда придется убивать? Сдавайся, пока можешь. Что теперь? А как тебе это? Теперь можем сохраниться. Повысить навыки. Так, значит, у нас... Нам нужно повышать еще и силу. Хитрость нужна для того, чтобы скрывать замки. У нас разбойник. Так, мне нужно силу повышать в данном случае. Чтобы набить доспехи, например. Угу. Так, влияние прокачаю максимум. Тут притворяемся, что погибли. Не знаю, для чего это нужно, но притворяемся, может быть, враги уходят, наши враги, наши напарники встают, мы всех воскрешаем, исцеляем, дальше продолжаем бой для этого. Замер не сбою, так защитный рефлекс. Дуэлянт обладает сверхъестественным умением просто не оказываться в том месте, куда наносит удар противник, получая таким образом дома. Бонус к защите. Так, прокачала. Что там у меня спикнуто? Хваты кровавого дракона. Ух ты, классно. Так, это не подходит к этому, конечно. Вот. Перчатки. Переодели ее, хоть нормально теперь выглядит. Черная кожа. Может, даже с такими перчатками лучше смотрится. Вот полный комплект, но я так ходить не буду в шлеме. Вот от кровавого дракона сапоги. И полностью выглядит вот так. Но мне не понравилось почему-то. Не понравились эти сапоги. Так лучше смотрится. Посмотрите на нашу серую страж. На девушку серый страж. Нашего главного героя. А по цвету-то отличаются сапоги. Теперь я это вижу. И это тоже отличается. Так и придется полным комплектом одеваться. А теперь и не отличается.